Для изготовления декоративной свечи вам понадобится парафин, формочки, фитиль, немного свободного времени и фантазии. Всего несколько минут, и оригинальный и, самое главное, индивидуальный подарок готов. Я бы посоветовала взять... вот такими, попробовать такие сделать свечи, полосатые. То есть они и интересные, и яркие, и достаточно просто делаются. Нам необходимо всего лишь взять форму, закрепить там фитиль, чтобы он был по центру, и начать заливать. Вначале мы растапливаем и красим воск, и заливаем первый слой. Нужно обязательно дождаться, пока он застынет, не торопиться. Профессионалы используют специальные материалы – парафин, красители, ароматизаторы. Все можно купить в обычном магазине, а вместо красителя использовать обычные восковые мелки для рисования. Воски. А начинающему можно использовать восковые мелки? Купить в магазине обычные свечи, восковые мелки, все это покрошить и залить в формочку для выпечки. В принципе, можно. Можно начать с этого. Минимальный уровень, да, можно. И это будет безопасно, то есть ничего не загорится. Снежинка, сердечко, цветок, форма свечи может быть совершенно любой, а в качестве декора специалисты советуют использовать зерна кофе. Главное – подойти к делу творчески. Сделанный собственными руками подарок – это всегда вдвойне приятно, потому что в него вкладывается еще частичка души. Елена Крицкова, Владимир Есенников, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.